Так, тут у нас три пачки. Королевские, да, какие-то? Потом что? Потом динозавры какие-то. Это Спар. Подожди, что там? Спар Kids. Динозавры. И три кота. Три кота. Вот такое. Три кота. И самое... Ну, давай, поехали. Три кота, короче, они очень мягкие. Мы все уже вскрыли. А вот в этих... Тут какой-то еще подарок лежал. Это, наверное, Леве подарок. А, посмотри. Да. Китайская тачка. Тебе. На. О, у меня вот... О, у тебя тоже есть. У нее Кэпс. Это было так, где? Это три кота было. Да, три кота. Все, так, пробуем. Три кота, короче, уже очень мягкие. Это сладкие очень. Твердые. Королевские. Машина. Машину сейчас откроем. Ну-ка, вот дай попробовать. Ляня. Ага, вот. Гляди, самые твердые. Динозавры. Самые твердые из этих всех трех. А самые мягкие три кота. Самые мягкие три кота, да. А эти средние получаются. Самые сладкие. Короче, самые вкусные, наверное, вот эти королевские, да? Так, теперь по сценам. Я поняла, почему их назвали королевскими. Чё, как попасть-то в цены вообще? Эй, Вазя! Вазя, привет! Где вообще тут фокус-то? Так. Близорукость. Близорукость ни к черту вообще. Алло. Ну, короче. Я надеюсь, что-нибудь я увижу сегодня. О, ура. Так, вот они. Хлебцы, кукурузные палочки. А, вот они, 75. Палочки три кота, 93. Вот они вот вообще не стоят этого. А кукурузные палочки. Где еще одни? Палочки. Вот они, Спар, 39. Короче, вот эти вот самые вкусные оказались. Палочки А. Палочки А, это у нас что? Это у нас вот эти палочки А. Вот. Подарки для мальчиков. Для мальчиков. Это, короче, именно для мальчиков, видать. Королевские. Ну и тачка такая няшная. Ой. Простенькая. Она хоть с заводкой, да, с заводкой. Ну ладно, пойдет.